Что-то по небу. 22-й стартовый номер Алексей Бокша. Город Реж. Четвертый номер красуется на борту спортивного автомобиля, который пилотирует еще один рыжевской гонщик Александр Никисов. Ну и наконец замыкает стартовый ряд спортсмен, выступающий под номером 24, Сергей Кушнер, город Реж. Не обошлось у нас без потерь. Я вам говорил, что 7 участников было выявлено в этом классе машин. Но вот один гонщик, спортивный участник соревнований в городе Реже, ветеран автоспорта, спортсмен со стимулами Сергей Дзюзяев. Все вам хорошо, конечно же, известный мастер спорта. К сожалению, не смог выехать на старт финальных заездов. Технические проблемы с двигателем не позволили Сергею Дзюзяеву оказаться среди участников главных финальных заездов. Thank you.
Thank you.
Это был Кулябин, Москва, 28. Владислав Соловьев. Первый раунд. 62-й стартовый номер. Милан Ле, 45-й, немецкий Сергей Курган. Это 80-го года, первый раунд.